есть еще ремень. А вы точно не маньяк? А документы у вас есть с собой какие-нибудь? Ну, что, я ваш номер записала уже, понятно? А вы котиков любите? Вот я, например, очень сильно люблю котиков. У меня собака, понятно? У меня есть собачка, но я вам люблю котиков. А я очень хочу тоже себе прикатить, но вообще я без Майи, пока я много не буду. Большие. А можно я свою музыку включу, пожалуйста, да? Спасибо большое. Деспасито. Пара-кара-пара-кара-папасито. Пара-пара-пара-пара-папасито. Ара-мара-кара-сара-пазарико. Извините, пожалуйста, вы можете мне руку на колено положить, чтобы я сфотографировала, все подумали, что это мой парень? Да, можно? Спасибо большое. Угу, все, спасибо. Блин, да не слышите, движок стучит. А ну тормозить это тут, я сейчас выйду, тебе тут все починю. Все, перчаточки, так. Девачки. Выходи. Я не понимаю, как это тут ехать. Тут написано направо, понимаешь? Поверни вот направо. Сейчас, уже, стой! Налево. Да, теперь прямо едь. А мы приехали уже. А когда мы приедем? А сколько нам еще ехать? А мы через 2 минуты приедем? А кто едет? А куда мы едем? А зачем мы едем? А почему мы туда едем? Да не будете мне отвечать? Приехали уже. Ой, надо было футбол. Нормально. Хорошо. Ты куда едешь, блин? Я сейчас выйду из этой машины, тебе хана! Мы ехали на зеленый, ты что, слепой или что? Приехали. Девушка, пристегнитесь, пожалуйста. В смысле пристегнитесь? Эти че, лошары пристегиваются? Привет, пупсики! Подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы всегда быть в курсе событий и первыми узнавать о новых роликах. Ссылку на него можно найти в описании. Там вообще, знаете ли, много прикольных ссылок. А еще, если вы до сих пор не подписаны на наш канал, то сейчас самое время это сделать. А еще поставить лайк под этим видео и написать прикольный комментик. Только не пишите комментики в стиле «на месте стоят», «они не едут», «даже фу», «развод». Это было сделано для того, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Находясь на проезжей части, думайте о своей безопасности и не забывайте пристегиваться. Мы вас любим, целуем и обнимаем. Пока!